После длительного расследования Нови удалось выяснить, что генерал Дэвис, занимающая высокий пост и пользующаяся уважением в Доминионе и таинственный лидер защитников человечества, одно и то же лицо. Именно Дэвис занималась переработкой призраков Доминиона, включая и саму Нову. Она же спланировала нападение зергов и талдаримов на мирных жителей. Внешне демонстрируя преданность императору, Дэвис втайне надеялась, что ее действия ослабят позиции Валериана, и со временем он будет вынужден отречься от престола. Когда Нова рассказала обо всем императору, она не сомневалась, что тот немедленно отдаст приказ ликвидировать Дэвис, но у Валериана на этот счет были свои планы. Валериан связался с Дэвис с борта Буцефала и сообщил, что намеревается сложить с себя полномочия императора Доминиона Тиранов. Пси-излучателях используются технологии, разработанные фондом Мёбиуса. Все улики приведут к Валериану Менгску. Я смирился с тем, что моему отцу нет прощения. Его нужно удалить от власти. Да. Генерал, император уже прибыл. Скоро он выступит с заявлением. Неужели? Следите за ним. Если что-то пойдет не так, убейте мальчишку. Император, у нас мало времени. Знаю. И поэтому мы должны действовать строго по плану. Люди Дэвис будут ждать провокации от моей охраны. Это отвлечет их внимание. Вы должны воспользоваться этим и проникнуть в комплекс. Будет сделано. Возьмите Дэвис под стражу и приведите на балкон до конца моей речи. После этого я объявлю о ее аресте. Она так просто не дастся. У нее не будет выбора. Нова, я рассчитываю на вас. Я изучил данные со сканеров. К сожалению, база Дэвис очень хорошо охраняется. Я решу эту проблему. Не сомневаюсь. Судя по всему, Дэвис будет слушать речь Валериана в своем кабинете. Чтобы до нее добраться, ты должна пройти через весь комплекс. Маскировка или штурм? Нужно будет выбрать экипировку. Как мне попасть внутрь? Под базой есть система стоков. Она почти не патрулируется. Оттуда ты проникнешь в здание без проблем. Да уж, без проблем. Ну что ж, всем вновь привет, с вами как всегда Дезертир, и я надеюсь, что мне удастся пройти все более-менее нормально. После долгого молчания Валериан Менгск решил провести пресс-конференцию на планете Вардона. Недавно император покинул дворец в связи с массовыми протестами на Кархале. Некоторые полагают, что он уклоняется от своих обязанностей. Другие, что его отбытие станет шагом к мирному разрешению конфликта. Мы ждем официального заявления. Ну что ж, на этот раз я попробую сделать все таким образом, чтобы все было окейшки. Надеюсь, у меня действительно все получится. Я прохожу не на своей версии, поэтому у меня нету большей части всяких плюшек, но я думаю, что и без них мне удастся кое-как справиться. Итак, экипировка у нас пойдет более-менее стандартная. Я думаю, оставить даже, наверное, можно такую.
А улучшение для войск. На этом задании тебе не понадобится помощь армии Нова. Даже так? О, отлично. Ну что ж, поехали. Уже в пути. На месте. Вот координаты. Они выведут тебя ко входу в здание базы. Хорошо. Пока я здесь, будешь моими глазами. Выдвигаюсь. На объекте посторонние. Нужно подкрепление. На меня. Воу. Вступаю в бой. Это не так хорошо, как я думал. Я обо всем позабочусь. Весело. А. Я что-то чувствую. Можно вот так сделать. Окей, но начало было прикольное. Мне понравилось. Мне понравилось. Положись на меня. Так, восстановление давайте воспользуемся им. Но было немножко неожиданно, что ребята Понимаю. Довольно-таки веселые. А можно обойти? Я обо всем позабочусь. Так, что здесь? Уже в пути. Ага. Ближе к делу. То есть здесь такие типа проходы, типа а-ля туннельчики небольшие, Выдвигаюсь. Я понял. Возможно, есть способ найти что-нибудь интересное и попробовать кого-нибудь убить, Слышимость если там... отличная. А, тут, короче, можно с ранцем Поняла. Путешествовать. Обходными путями, так сказать. Ближе к делу. Из этой точки поступает необычный сигнал. Изучи его, если будет возможность. Вот вы засранцы-то, а. Положись на меня. Так. Вижу ее. Отлично. Я обо всем позабочусь. Я думаю, это будет нормально. На помощь! Тут кто-то есть! Конечно, тут кто-то есть, это я. Хм. Визор. С его помощью я... А где ремонтный отсек? Делай, как я говорю. О. Слушай, внимательно. Круто, у меня есть свой собственный мужичок. Я приказ, ты подчиняешься. Соль. Впереди лазерный детектор. Светошумовая граната должна вывести его из строя. Гранат у меня нет. Но с этим визором кто-нибудь из защитников поможет мне решить проблему. Я обо всем позабочусь. Есть такое. Слышимость отличная. Поняла. Так. А можно его как-нибудь Слышим, вот так поставить? Повтори. Выполняю. Оп. Ой, вправду можно. Слышу тебя хорошо. Так, хотя бы кого-нибудь из этих. Выдвигаюсь. Лямс? Ближе к делу. Хорошо. Надо просто поаккуратнее Поняла. Проходить. И смотреть, где у меня там кто есть. Слышимость отличная. Где-то рядом сенсорный модуль. Уничтожь его. Или не подходи слишком близко. На меня. Поняла. Так, минус. Отлично. Ближе к делу. Давайте аккуратно проведем Тора. Жду подтверждения. Поняла. И посмотрим, что здесь в соседних комнатках есть. Может здесь... Выполняю. Есть какой-то проход, я не знаю там. Я обо всем позабочусь. Дальше тебе может понадобиться дополнительное снаряжение. Я устроил тайник неподалеку. Хм, но ты и проныра. В хорошем смысле. Хм. То есть можно сменить экипировку прямо, так сказать, во время боя, да? А, позволяет нам брать противников под контроль. Хорошо. Ну, в принципе, я думаю, что все остальное меня более-менее устраивает, потому что маскировка мне нужна все-таки полная. Выполняю. Какие веселые ребята, вы поглядите только. Выдвигаюсь. А, то есть его все-таки можно уничтожить, да? Только не моим орудием, я понял. Выполняю.
Не успел, не успел. Положись на меня. Лющара. Ближе к делу. Слышимость отличная. Так. Ага, ну. Ты почти выбралась из канализации. Выход совсем рядом. Опять-таки лазер, который мне нужно. Какова ситуация? Как-то убрать с дороги. Не единственный способ это сделать, это подвести этого Тародина. Повтори. Положись на меня. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Враг исчез. Ближе к делу. Этих ребят можно даже не трогать. Готово. Я внутри комплекса. Что дальше? Генерал Дэвис у себя. Она не станет ничего предпринимать до конца выступления. Замки на двери ее кабинета управляются из двух пунктов наблюдения. Тебе нужно проникнуть туда и отключить замки до того, как император закончит речь. Поняла. Так, у нас здесь инвизеры, но я их вроде как вижу. Поняла. И новое оружие, скорее всего, не смогу взять, да? Вот координаты пунктов наблюдения. Удачи, Нова. Да уж, удачи. Блин, мне пригодилось бы кое-что. А именно оружие из эпицентра. Ближе к делу. Да ладно. Защитники не жалели денег на военные разработки. По моим данным, они хранят снаряжение в этом комплексе. Надо будет глянуть. Здесь кто-то есть. Поняла. Поняла. Так. Мне тебя. Ага, ты пушка. Положись на меня. Блин. Поняла. Что это было? Убейте ее! Ближе к делу. Наластенько, конечно, но давайте выбегаем. Поняла. Из зоны действия. Цель потеряна. Я обо всем позабочусь. И малость расхреначиваем. Выдвигаюсь. Ага, хренушки снайперы. Так, мне надо кого-то взять под контроль. Положись на меня. О! Делай, как я говорю. У меня есть свой собственный призрак. Жду подтверждения. Ля-ля-ля. Я приказ, ты подчиняешь. Нова на связи. Так, ладненько. Поняла. Слушай внимательно. Жду подтверждения. Я приказ, ты подчиняешь. А он типа меня не видит, что ли? Какова ситуация? Лол. Ой. Слышу тебя хорошо. Так. То, что они... Я обо всем позабочусь. Объект уничтожен. Объект уничтожен, это, конечно, с одной стороны хорошо, а с другой вроде как и не очень. Так. Ближе к делу. Еще раз. И нужно вот этого гада уничтожить. Энергии. А все мимо него как-то хренач. Слышимость отличная. Положись на меня. Давайте посмотрим, как он сейчас пройдет. Ближе к делу. Вот здесь его убьем. Я обо всем позабочусь. Делай, как я говорю. Отличный мародер. Огонь! Давайте их ухреначим. Мне нужен живой мародерчик. Поняла. Объект уничтожен. Слышу тебя хорошо. Выдвигаюсь. Эти сонары оборудованы ЭМИ устройствами. Держись от них подальше. Воу. Уж постараюсь. Черт, она скрылась. Уже в пути. Так. Ближе к делу. Что-то мне это пока не нравится. Кто здесь? Не так уж много у меня. Поняла. Делай, как я говорю. Возможностей. О, кстати, они его не палят, смотрите-ка. Пока он не атакует, они его... Не палят, это круто. Выполняю. Вот здесь вот можно сменить оружие, видимо. Ближе к делу. Ну да.
Посмотрим, нужно ли мне что-то поменять. Я думаю, что, наверное... Наверное, нет, потому что... Ну да, у меня... Я обо всем позабочусь. Лучшее на данный момент орудие труда. Уже в пути. Так, обходим этих гадов. Выполняю. О-о-о. Я вижу пункт наблюдения, но попасть туда не могу. Тогда попробуй взять под контроль охранников. Положись на меня. Упс. Взять, слышу, говоришь, под контроль охранников? Повтори. Можем вот так сделать. Выдвигаюсь. Выполняю. Мне нужно просто тупо зачистить большую часть этой комнаты. Поняла. Положись на меня. Ой. И уходим. Выдвигаюсь. Уже в пути. Недостаточно. Хорошо. Энергии. Здесь враг. Мы ее потеряли. Продолжаем патрулирование. Ага, лазер меня. Выдвигаюсь. Недостаточно энергии. Показывает, скажем так. Я что-то чувствую. Ясно, понятно. Поняла. Недостаточно энергии. Положись на меня. Подлечилась. Ай-яй-яй, фига убить их там. Призрака. Ближе к делу. Я что-то чувствую. Так, ладненько, обходим аккуратно. Слышимость отличная. Пасть я действительно я не могу сюда. Никоим образом, насколько я вижу. Слушай внимательно. А, можно еще и ученого слышу поместить. Слышу тебя хорошо. Все намного проще, короче, было. Я так понял. Так, сейчас возьмем под контроль ученого. Поняла. Делай, как я говорю. Нова на связи? Есть. Первый замок отключен. Объект уничтожен уже один. Круто. Так, теперьшки мы можем бежать вперед. Уже в пути. Где-то здесь невидимка, вот он стоит. Поняла. Так. Здесь ближе ничего вроде интересного. Здесь опять ходит невидимка. Положись на меня. Оп. Выдвигаюсь. И нужно его убить аккуратненько. И вот этих ребят, в принципе, можно не трогать тогда. Я обо всем позабочусь. Поняла. Нова, я кое-что нашел здесь недалеко. Кажется, это костюм. Он мне точно не помешает. Делай, как я говорю. Тут все в порядке? Конечно. Никаких проблем. Вроде как. Да все вообще шикарно, ребята, вы чем? Положись на меня. Так. Вот эту гадость только убить. Поняла. Оу. Поняла. Огонь! Слышимость отличная. Недостаточно энергии. Выдвигаюсь. Замечен враг. Все, они перестанут меня видеть, по идее. Я обо всем позабочусь. Хрен там, да? Блин, хреново, что он меня все еще видит. Положись. Это как-то на меня. Немножко проблемно. Уже в пути. Вот все. Она улизнула. Так, а где костюм-то? А, вон костюм. То есть мне все-таки нужен кто-то, да? Поняла. Ближе, делай, как я говорю. Слушай внимательно. Жду так, подтверждения. Сейчас он встанет туда, я быстренько пробегу. Выполняю. Выдвигаюсь. Так, вставай сюда. Райгель, ты бы видел этот костюм. Да у тебя глаза на лоб полезут. Ну что ж. Опробуй его при случае. Сейчас на него и поглядим. Положись на меня. О, хорош, обезвредили друг друга, можно сказать. Так, ладно. А что за костюмчик?
Экспериментальный костюм к здоровью, к показателю, к скорости телепортирует нову в указанную точку, маскирует ее на 10 секунд. Ну, штука прикольная, но... Выполняю. Не то, что мне надо. Так, в принципе, поняла. Можно через эти лазеры проходить. В каком-то смысле даже бесполезненно. Ближе к делу. Дверь в кабинет генерала все еще заперта. Найди пункты наблюдения и отключи замки. Так. Поняла. Ученый? Делай, как я говорю. Какова ситуация? Прошу вас, мистер, продвинуться вот сюда. Мне нужно, чтобы вы отключили этот гребаный замок. Спасибо. Выдвигаюсь. Я приехал. Нова на связи. Я обо всем позабочусь. Поняла. Тя-тя-тя-тя-тя-тя. Выдвигаюсь. Недостаточно отстань от меня. Энергии. Вот то, что у них, блин, вот эти защитные штучки, слышу, это прям отличная. Совсем нехорошо. Тут Валерина можно встретить. Сейчас вот эту минку надо, видимо, это поняла. Некое кто подобие здесь? Минки, наверное. Недостаточно о. Энергии. А лазер-то меня энергии, оказывается, лишает. Вон оно что. Вон оно что, Михалыч. В этом блоке подчиненные Дэвис испытывали новейшее вооружение. Посмотрим, что у них вышло. Обязательно. Ближе к делу. Кто здесь? Надо попробовать, надо попробовать. Уже в пути. Оу! Поняла. Что-то у вас здесь слишком много, ребят. Выдвигаюсь. Я бы даже сказал, что у вас как-то совсем до хрена. Недостаточно энергии. Даже поняла. Так, все, призрак меня. Не вижу ее. Потерял. Так. Надо как-то аккуратно. Положись на меня. Слышимость отличная. Взять под контроль делай, тебя. Я говорю. И с твоей помощью расхреначить здесь все. Вижу врага. Какова ситуация? Выдвигаюсь. Я повтори. Слышу, слушаю внимательно. Так. Нова на связи. Слышимость отличная. Поняла. Райгель! Да у них тут целая гора суперсовременного оружия. На это я и рассчитывал. Какова ситуация? Поняла. Так. Я обо всем позабочусь. Недостаточно энергии. Фу, всегда нервничаю, когда заканчивается сборка прототипов. Да уж, их за последнее время столько вынесли. Наверное, лучше оставлять все в разобранном виде. Ближе к делу. Так, 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 так. Выдвигаюсь. Дверь-то доступна? Нет, дверь-ка недоступна. Слушай внимательно. Интересно, а, кстати, можно своего подхилить поняла. Его? О! Его можно подхилить, прикольненько. Слышу так, тебя дверь хорошо. Заперта, значит, положись нужно будет обходить, видимо. Здесь кто-то есть. Я обо всем позабочусь. Выполняю. Поняла. Раз нужно обходить... Уже в пути. Значит, все это печальненько. Поняла. Враг на объекте. Так, мне нужно вырубить вот этого чувака. Ближе к делу. Ну не так же, ё-моё. Открываю огонь. Я обо всем позабочусь. Ладно, так тоже сойдет. Косячный деска, как всегда. Кстати, прикольный самолет. Цель потеряна. Выдвигаюсь. Положись на меня. Так. Мне как-то надо вот туда вот пройти. Недостаточно энергии. Ближе к делу. Открываю огонь.
Я обо всем позабочусь. Так. Поняла. Ё-моё. Полился опять этому гаду. Поняла. Стоп, а как он выжил-то? Недостаточно энергии. Как так-то? Выполняю. Положись на меня. Давайте посмотрим, что же нам выпало. Ей удалось скрыться. Слышимость отличная. С одной стороны, нам как бы что-то выпало, с другой стороны, нам как бы ни хрена не выпало. Уже в пути. Ух! Выдвигаюсь. Я обо всем позабочусь. Вот сейчас могло прилететь хорошенечко так. Поняла. А вот и второй пункт. Энергии. Ты знаешь, что делать. Недостаточно энергии. Медпомощь получена. Да, я знаю, что делать. Так, мне никак не взять. Жду подтверждения. Туда обратно под контроль. Ладно, давайте возьмем ученого. Делай, как я говорю. Какова ситуация? Я обо всем позабочусь. Дверь в кабинет Дэвис открыта. Можешь приступать к аресту. Стой. Я чувствую чей-то псионный сигнал. Очень знакомый. Знакомый псионный сигнал? Это интересно, но давайте дождемся Тора. Выполняю. Вдруг он нам... Делай, как я говорю. Вдруг он нам понадобится. Слушай, мать. Повтори. Так. Какова ситуация? Ближе к делу. Выдвигаюсь. Сейчас нас опять будет видно. Я приказываю, ты подчиняешься. Жду подтверждения. Ну да пофиг. Поняла. Это уже по идее не имеет никакого значения. Слышимость отличная. Слушай, так, здесь у нас куда идет проход? Поняла. Куда-то в никуда. Окей. Я приказываю. Двери наконец-то хорошо открыты. Можем управлять Тором и ей. Повтори. Я знал, что мы еще встретимся. Стоун, что случилось? Ты бросила меня и стала охотиться на бывших товарищей. Похоже, пришел мой черед. Защитники стерли тебе память. Это не ты. Каждый сам выбирает, кем быть. И ты свой выбор сделала. Дьявол. Придется убрать его с дороги. Жду подтверждения. Слышу тебя, Слэш. Я не хочу убивать его, но могу измотать до потери сознания. Учитывая обстоятельства, это очень гуманно. Положись на меня. Поняла. Открываю огонь. Я обо всем позабочусь. Ближе к делу. Ты была лучше, Нова. Почему ты прибыла? Вообще-то это была твоя идея. Ты лжешь. Отключился. Райгель, отправь за ним кого-нибудь. Само собой. А ты займись Дэвис. Поняла. Дэвис, вас вызывает император. А если я откажусь? Не откажетесь. Ну что ж, вот такая вот миссия, дорогие друзья. Я лично скажу, что мне в принципе понравилось. Мне вообще нравится играть за каких-то героев отдельно, поэтому все круто. Ну, на эксперте, правда, она показалась достаточно легкой. Ну, дело такое. Ладно, поехали дальше.